23 декабря прошла четвертая ротация украинских военных. Два «Урала» и два «КамАЗа» с бойцами, загруженные продуктами и личными теплыми вещами, прибыли из Авдеевки на блокпост ДНР вблизи аэропорта. Чтобы избежать возможных провокационных действий с украинской стороны, данную процедуру контролировали и сопровождали бойцы подразделения «Восток», «Спарта» и военная полиция Донецкой Народной Республики. По данным протокола и предварительной договоренности, каждый боец может провести не более одного магазина с патронами, 30 штук к личному стрелковому оружию и 90 патронов в цинке. К провозу запрещены подствольные гранатометы, РПГ, боекомплекты к ним, а также гранаты, мины, взрывчатые вещества, патроны к стрелковому оружию сверх установленного лимита. Каждый грузовик был тщательно досмотрен сотрудниками военной полиции Донецкой Республики. В ходе осмотра второго и последующих грузовиков среди коробок с провизией были обнаружены запрещенные к провозу цинковые ящики с БК, РПГ-26, установки ПТУР, пулемет ДШК, ВОГИК по ствольным гранатометам, гранаты и другое вооружение. Подозрения вызвали и некоторые личные рюкзаки украинских военных, которые при выгрузке из грузовиков оказались значительно тяжелее заявленного в них содержимого. На вопрос военной полиции, есть ли запрещенное к провозу, и ответ служащих ВСУ, что ничего в личных вещах нет, пришлось осуществлять досмотр рюкзаков и вещмешков, из которых извлекли в большом количестве патроны, ВОГИ-25 и многое другое. Все найденное изъятое вооружение и боекомплекты были возвращены украинским командирам и не попали на боевую позицию аэропорт «Новый терминал», куда отправились 4 грузовика после досмотра. После ротации украинских военных в аэропорту грузовые автомобили были сопровождены обратно к крайнему блокпосту ДНР и отправились в Авдеевку. Оксана Волчонок, Новороссия ТВ, Донецк.